сцене самая современная, потому что знает все. Все об Инстаграме. Встречайте, дети Инстаграма! Вообще это выступление. Ой, девчонки, смотрите, кита на берег выбросила. Так, я не поняла, это что за дистрофик? Опять что ли с каких-то биологий сбежала? Вы вообще что-нибудь приготовили? Да, мы хотим обратиться к самому молодому члену жюри, Тимуру Ахмадуллину. Кристина, покажи. Я Кристина, я татар. Так, были методы градации, совсем обнаглели. Сейчас Тимур обидится и поставит нашему выступлению минус. Даш, ты чё такая умная? Чё тут раскомандовалась? Ну, вообще-то, я играла с командой КВН «Сахар». Ты наш кумир. Боже. А, «Сахар» — это те, которые в Озёрске в полуфинале вылетели? Ну да, хорошая команда. А, это те, которые в Юрбу добором приехали, а в итоге как гости выступили? Ну да, хорошая команда. А... Да всё, мы поняли. Молодец, Даша, за «Сахар» играла. С вами команда КВН «Дети Инстаграма», и мы начинаем! Вселенной. Ты глиста в скафандре. Ты хоть раз пятерку по физике получала? Нет. А у нас малая вчера две пятерки по физике получила. А ты столько получала, а? Нет. А задачи по физике Рыбакевича есть? Не, нету. А если найду? Малая, ну-ка обшмонай ее. Опаньки, девчонки, смотрите, в нашу хату Фар пожаловал. Перед вами на сцене команда КВН «Вареники».
Что-что, говоришь, мальчишка? Нет, не вареники, обрадовался уже, вареники. Мы единственная мужская команда на этом фестивале. Так, остановились. Это кто сказал? Почему без нас вышли? От этих женщин одни проблемы. Девочки так-то тоже шутить умеют. Конечно. А может, в юморе посоревнуемся? Да легко. Вареники, начинаем! Представьте, как не повезло актерам, которые рекламируют не самую лучшую косметику. A friend indeed, and they'll be glad. Come shed your light and make. Так, стоп, Карл. В школе возможно все. Представьте, человек пошел работать не по призванию. Класс, ногти накрасили, носики напудрили, начнем урок. Екатерина Алексеевна, а у нас точно математика? Мать, ты что? Оксана, ты такая умная, расскажи что-нибудь. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Вау, ты такая умная, может, за меня все уроки проведешь? Помолила пудру зла и напудрила ей врата, а как
испортил. Спасибо. Сладкие вареники порадовали нас своим детским искрометным юмором.